Вот Миша напомнил, потому что ширину немножко 30 берет, потому что я распираю как бы в сторону. Ну как ты не давать, никак ты не... Да, даже внизу все равно чувствуешь, что на 30. Ну, мне нравится чуть получше, поэтому ты посмотри как сильно. Ну здесь сейчас не буду сказать. Я просто похож даже. Мне нравится вот так. Я бы делал первый вариант однозначно. Вот ты говоришь про именно... И по площади напряжения, и по всему. А вот эту часть, если берешь? Внутреннюю? Да. Ну, здесь, наверное, ты прав. Я-то просто вижу, то, что у меня контурности, чтобы налить, подготовить к следующему упражнению. Если мы можем возможно. То понимаешь, да? Если... Ну, знаешь что, Саша, не настолько уж там зацикливаешь. Все это все равно работает, надо ты при первый раз показывать. Все, давай раз есть по. Да, здесь надо свесом, конечно, может быть, я не знаю, что и ты будешь прав, тогда чем лучше, центр будет сильнее. Сильнее все пошло, но дело все в чем? Боковина наружная работает по. Очевидно, понимал, что ты делаешь. А сейчас ты делаешь, у тебя руки вот так вот ходят. Это ведь на меня второй подходит. Я не обратил внимания просто на руку. На второй подходит. Ты понял, что я говорю? Ты понимаешь, вот ты тренировал, и ты реально. На второй руку на руку. Руку уже. На первый подход идет. Держа на руку. Он, наверное, чувствует? Он чувствует, я ему говорю, что он чувствует.
Слово. Если первый подход он делал, я говорю, сказал идеально. Я это чувствовал. А сейчас я говорю, что хуёво. А еще почему? Мне вес, это другой вопрос, дорогой. Тогда попробуй мне помочь. Здесь помочь очень сложно, я боюсь тебя даже, как бы тебе сказать, немножко будет перекос и все. Снимать я уже не буду точно. Побольше отдохни или побольше отдохни. И не гни себе в голову, что нужно сделать например 6. Хуй там 6, 10. Ну 10. Вот что было лучше, молодой. Thank you.
выключишь широчайше, грудью и межреберными тащи. Грудью и межреберными тащи. Широчайше выключать, старайся максимально их выключить. Они у тебя большие так. И сильные. Это упражнение перестраивается вообще нереально. Как начал, потом вообще. Три. Да? Это контур хорошо выглядит. Скажи, перестраиваешься вообще. Да чтобы вы понимали, вес больше 100 килограмм. А молодой человек 78 лет. Какой подход? А? Какой подход? 28-й, да? Ну, не, ну да. Чем больше, тем лучше. Да. Как ты говоришь, здоровый тело, здоровый дух? Да, да. Ты прикольно баночку покинул. Вот человек баночку просит. Да. Видите? А вы есть не хотите. Вам предлагают, а вы не хотите. Ну, что? Ну, когда это будет, а? Ну, вот смотри. Что ты падаешь? Живот прилипает к спине. Ну. Ой-ой-ой. Ну что, нормально? Плюс мне очень нравится, немножко бодрят, таурин у меня очень хорошо работает. БЦА плюс я принимаю до тренировки, сейчас после тренировки БЦА 6500. Здесь из того, когда как. Сейчас, например, тренировка прошла на хорошем одном дыхании, если не хватает энергетики, то где-то минут за 15, за 20 я разложу его с водичкой и начинаю подпевать. Сейчас, в принципе, тренировка прошла хорошо, там. Классно потренировались. Сейчас перед тем, как пойти в душ, мы примем свои любимые лимонные. На диете это вообще любое вкусовое. На самом деле это уже немножко как баловство. Скоро вообще на плюс перейду, потому что они более нейтральный вкус. Это чисто психологически для меня. На самом деле вкусовые добавки
то, что содержится здесь, они никоим образом не играют на качество мускулатуры 100%. Просто не хочешь себя баловать? Я не хочу себя баловать, потому что в моем случае все равно кажется какое-то послабление. Любой сахарозаменитель, любая отдушка, ну, для меня это, конечно, отводит меня в сторону от достижения какой-то цели результата. Первое впечатление, когда падает вода в рот, такой легкий привкус лимона. Аккуратно такое первое прикольное ощущение, когда лимон проходит, гоняет такая сильная концентрация горечи буца. И, ну, очень, мне очень нравится, на самом деле, лимонный вкус, апельсиновый больше, еще более сладкий, поэтому здесь уже на любителя. Из спортивного питания БЦА – это моя самая любимая добавка, которую я принимаю вообще всегда, даже несмотря на то, готовлюсь я к национальным соревнованиям или даже в тот момент, когда 8 лет не тренировался серьезно, просто ходил в зал для ОПП, все равно в моем рационе БЦА был. Вчера на пресс-конференции прозвучало, что и твоя жена в том числе пробовала все вкусы, да, давала свою оценку. А очень просто, потому что все-таки я могу заблуждаться в своих, уже настолько приелось бывает, и иной раз не замечаешь какие-то тонкие моменты, это знаете, как вкус, дегустация вина. Вот всегда происходят такие отдушки, все советуются. Очень интересно разбираться, я много кому давал попробовать, на самом деле, ну, многие говорят, конечно. Я надеюсь, что они были искренне. Вот, поэтому после этих всех дегустаций родилась линейка, родились вкусовые качества, вкусовые апельсины, лимон. Потому что был еще вкус вишни, мы пробовали, ну, не пошло так, как эти. Вот, еще есть некоторые ингредиенты, которые также в Америке предлагались, но сейчас тоже это сложный процесс, может, продукцию, которую мы сможем выпустить в Америке, я очень надеюсь, что очень интересный вопрос. Спасибо.